сейчас, как вы можете видеть на экране, идет демонстрация игры God of War Восхождение. Сейчас пока не могу привыкнуть к управлению, так как играл до этого не я. Демо-версия немного сыровата. Пока еще не особо проработано. Управление камеры на данный момент отсутствует. Но графика улучшилась по сравнению с третьей частью игры, которая выходила на PlayStation 3. И мы это как раз можем видеть. У нас непонятные слоны убийцы. Сейчас попробуем повалить этого большого гиганта. Как видите, это очень кровавый слонопотам. Нарским управлением это не так уж и просто. Как видели, нам нужно высадить из этой большой кровавой руки. Это мы благополучно сделали. Видим, как накрасы все остаются следы крови. Ну и фирменный удар Кратоса в глаз. Да, Вот, собственно, вся версия игры.